Хорошо сейчас в Варне. Только жить и радоваться прекрасной осени. А новости приходят все тревожнее. Изменить мы ничего не можем. Поэтому делаю то, что могу. Использую все возможности, чтобы восстановить здоровье. Сила и стойкость сейчас всем нам нужны, как никогда. Ближе подходить не буду, чтобы не тревожить людей. Просто это некрасиво. Вот этот первый такой домик на колесах. Посмотрели номера. Это Англия, UK написано. Вон со своей собачкой приехали. Следующий — Германия. И не знаю, то ли это их собака, то ли они местную уже пригрели, потому что она с ошейником, то похоже на местные породы. И последняя отсюда машина — это тоже Германия. Пляж Аспарухова. Сегодня у нас 6 октября, да? 6 октября. Вот, погода чудесная. Это такие новые здесь поставили контейнеры для сбора мусора. Вот море, на берегу моря. Вот такая специальная площадка, где могут останавливаться такие домики передвижные. Вот, очень удобно. Напротив красивый вид на город Варно. А вот по той дороге, которая идет за машинами стоящими, там буквально, наверное, метров 500, да, до магазина Little, супермаркета, где можно приобрести все продукты. И, похоже, англичане как раз шли из магазина с сумками при нас. Вот они подошли, выпустили свою собачку. А я вам сейчас покажу море. И поскольку осенние ветра, такой ранней еще осени по варнинским меркам, способствуют различным формам такого, ну как сказать, развлечения на водах, да, в плане поплавать, использовать силу ветра. Ну вот мы тут и видим. Это что, это серфинг, да? Это площадка для пляжного футбола, волейбола. Там вот Варнинский порт недалеко, грузовой, плывут корабли. Днем в Варне сейчас 20-22 градуса, иногда и 24. Морская вода 15 градусов. Ноги помочить очень приятно в море. Песок такой, я бы сказала, не холодный. Слава богу, не горячий. Идти приятно. Ногам очень приятно. Мама с малышом здесь. Речь русская. В общем, самое главное — спрятаться от ветра. И вполне можно наслаждаться солнцем. Таким замечательным октябрьским солнцем. Чайки тоже отдыхают. Самые упорные ловят последние денечки. Впрочем, можно и зимой. Иногда бывает. И такое случается. Тут компания тоже наслаждается чудесным денечком. Да? Друзья, и мы нашли местечко для маленького пикничка. Слушаем море и наблюдаем за тем, как малыш запускает воздушного змея. Желаю всем мира и добра. Берегите себя и своих близких. И давайте, несмотря ни на что, будем прислушиваться друг к другу и стараться понять, на каком бы языке мы ни говорили.